Друзья, в продаже у нас Toyota Vitz 2008 года выпуска на бензиновом двигателе объемом 1,3 литра, 78 лошадиных сил, автоматическая коробка передач на переднем приводе, в хорошем косметическом состоянии. По комплектации у нас идут 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал, также электропривод зеркал, кнопка старт-стоп, сенсорная мультимедиа на русском языке, кондиционер, на тканевом салоне. Здесь имеется подстаканник. Кнопка для открытия багажника. Подушки безопасности спереди и сзади. Автомобиль в хорошем техническом состоянии, в хорошем косметическом состоянии, с родным пробегом, оригиналом ПТС, всего два владельца.